Достар Салем. Буквально вчера мы встретили Анну Нурмухамбетову, которую наградили серебряной медалью Олимпийских игр 2012 года. И сегодня специально, чтобы вас познакомить с ней, мы пришли в гости в зал тяжелой атлетики. Анна, здравствуй! Поздравляю с медалью. Слушай, ну какая тяжелая и шикарная. Аня, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в спорт? В 12 лет я начала заниматься гимнастикой. Вот буквально 2 месяца я занималась гимнастикой, потом решила, что нужно поменять немножечко русло. Вот. Потом мы с подружкой в школе увидели объявление, что набирается набор девочек и мальчиков по тяжелой атлетике. Вот. И решили себя попробовать. Сначала думали, что просто придем, покачаемся, если не понравится, то уйдем. Вот. Ну и в итоге затянулось все. И на сегодняшний день я олимпийский призер Олимпийских игр. Ага, Ань, расскажи, пожалуйста, вот какой был твой путь к олимпийской медали? В 2007 году я начала тренироваться в городе Кустанай в трудовых резервах, где меня тренировал мой тренер Николусов Владимир Ильич. В 2009 году, так как был неплохой результат, нас отправили в спортивный интернат имени Багинбая Батыра в городе Степногорск. Там и начался мой спортивный период жизни, путь, да, где я начала подготавливаться на чемпионат мира, на чемпионат Азии, ну и также на Олимпийские игры. Было очень-очень много сборов, конечно, было очень тяжело. Не просто так заниматься тяжелой атлетикой. Очень тяжелый вид спорта, сам тяжелая атлетика. Ань, а расскажи, пожалуйста, что ты чувствовала, когда тебя награждали вот этой медалью? В 2012 году, как все знают, я стала 5-й на Олимпийских играх. Но потом, в 2018 году, спустя время, по перераспределению допинг-контроля, мне пришло известие о том, что я стала серебряным призером Олимпийских игр. Награждение было у нас на чемпионате мира в городе Перу. Вот. Награждал меня член Международного олимпийского комитета. Ну, ощущения и впечатления были просто сумасшедшие. Никто не ожидал. Я сама не ожидала, что я все-таки полечу на чемпионат мира. Буду находиться на другом материке, можно так сказать. Вот. Было все очень организовано. Очень все понравилось. Эмоции просто зашкаливали. Скорее всего, я так чувствовала себя, наверное, на каком-нибудь пьедестале, ну, то есть на чемпионате мира, когда я выступала и стала второй, я себя чувствовала примерно так же. Ну и на Азии, то есть буря эмоций зашкаливала. Был такой адреналин, как будто я только что вот выступила на Олимпийских играх и встала на помост, где меня наградили. Вот, было очень приятно. Ну, я сдержала слезы в итоге. Ну, мы тоже за тебя были очень-очень рады, потому что изначально говорили о 3-м месте, о бронзовой медали, но в итоге все-таки справедливость восторжествовала. Ань, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, что нужно спортсмену, чтобы достичь успехов? Ну, в первую очередь, я думаю, что это самое главное – терпение, потому что любой спортсмен, вне зависимости от вида спорта, должен быть терпелив, потому что путь к успеху, путь к каким-либо соревнованиям – это очень тяжелый и тернистый путь. Поэтому самое главное, я думаю, что это должно быть терпение. Терпение и, ну, немножечко, наверное, удачи. Вот. Ань, насколько мы знаем, ты завершила спортивную карьеру и сейчас работаешь методистом по спорту в Эзиша Бурабай. Скажи, пожалуйста, как отреагировал вот на такую новость твой коллектив?
Ну, когда я прилетела, получается, с Астаны, все, естественно, знали. Очень много было поздравлений. Вот, то есть у нас там время было совершенно другое. Если здесь в Казахстане был день, то у нас уже была ночь. Когда люди просыпались, естественно, мы продолжили ко сну. Вот, было много поздравлений, потом ребята сделали сюрприз, приехали в Астану, встречали меня в аэропорту. Вот, много цветов, много эмоций. Было очень приятно, правда. То, что действительно за меня болеют именно мои коллеги, это много чего стоит. Вот. Это здорово. Ань, пожалуйста, вот в завершении нашей с тобой встречи, интервью, пожелай что-нибудь нашим подписчикам. Ну, в первую очередь, хочется поблагодарить всех, кто за меня болел, за теплые комментарии, за множество лайков. Спасибо всем большое. Ну, также хочу пожелать им крепкого здоровья, занимайтесь спортом, успехов во всем. Ну и, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы сказать слова благодарности моим тренерам, которые вместе со мной прошли этот долгий, тернистый, тяжелый путь. Спасибо вам огромное, что вы были всегда рядом.